Привет, парни, привет, медведи, привет, банда. Ну что ж, открываю я свой ящик Пандоры и начинаю чопик правосудия загонять я отдельному типу. А типа зовут просто Ник Би, Ник Бон, Бондаренко, Золотов, Вескер, бисексуал, прозрение, просвещение, эмпирический психолог, Мамкин, боевик, Юлькин, любовник и вообще... А, еще он директор коммерческий, порно-актер, убийца, миллионер, наркоман, смотрящий за лагерем. Блин, если я не все регалии перечислил, перечислите, добавьте их в комментариях. Ладно, не буду вокруг да около ходить. У меня достаточно большой, так скажем, собран кейс с пруфами против вот этого вот экземпляра. Ну что ж, будем открывать, и вот вам очередной пруф. Я его долго держал и решил показать вам. Не буду я называть имени этого человека, но вы увидите, что человек написал, лично знаком с Валерой Бондаренко, Ник Би, Ник Золото, блин, вот это вот все, короче, я хрен сам запутался, будем просто его пес сутулый называть и дальше. Ладно, у нас есть пруфы, мы их показываем. Кто говорит вам что-то там, допустим, в адрес другого человека, всегда просите пруфы, потому что без пруфов это просто болтовня. Ни больше, ни меньше. Ладно, ребят, смотрите, наслаждайтесь и понимайте, кто такой Ник Би. И это только начало. Дальше будет интереснее. Подписывайся, ставь лайк и делись, чтобы максимально большее количество людей увидели подобные вещи. Погнали! Акуленок, я туруруру, акуленок, я туруруру, акуленок, я туруруру, я малыш. Я, кстати, осуждаю подобную песню. Я акула туруруру, я акула туруруру, я мамуля туруруру. Я Валера, долбоёб туруруру. Я акула туруруру, я акула туруруру, я мамуля туруруру, малыша. Я акула туруруру, я Валера туруруру. Я Валера туруруру долбоёб. Я Валера туруруру. Я Валера туруруру. Я Валера туруруру долбоёб. Опа. Я пенис, у меня маска, она слетает иногда. Я пенис долбоёб туруруру. Опа.